Всем привет! Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о первом впечатлении от подаренного ей японского щенка породы Акита Ину, назвав собаку очень тяжелой, но прикольной, и пошутив, что поставит ее на коньки. Ранее спортсменка получила подарок за победу на играх пичкания щенка. Церемония передач прошла в Москве. Собаку фигуристке передал председатель общества охраны собак Акита Ину Такаси Эндо. Очень тяжелая, но прикольная собачка, пахнет, она очень-очень пушистая. Я думаю, что за этой лапочкой я буду особенно ухаживать, чтобы она оставалась всегда такой красивой, ухоженной, чистой. Водить Масару на каток, конечно, может, поставлю на коньки. Я буду держать ее дома. Думаю, что Масару будет в хорошем состоянии. Пусть в Японии не волнуется. Напомним, 16-летняя фигуристка после победы на играх в 2018-м в Пхёнчхане призналась, что родители обещали подарить ей именно такую собаку, если дочь хорошо выступит на соревнованиях в Корее. Позднее глава ассоциации сохранения чистоты породы Акита Ину Эндо сообщил, что организация подарит Закитовым щенка. Гулять, играть. Это было. 元気な様子で出席する式典でザギトはすでに赤い首輪も用意していると Прилетай быстрее ко мне, пожалуйста. 世界的有名人にプレゼントされるので 遠藤さん、 ZIP のマスター一と申します。おはようございます。 けども、どんな風にザギトワ選手と遊んでほしいです。お付き合いしていただいたら、多分気になってくれると思うんですよね。本当に。